Так, ну что, всем привет. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Чудо нас занесло куда-то не туда. Бежим. Ага. Опять мусор, 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 мусор. Собираем мусор. Быстро пробегаем, закидываем. Быстрее, быстрее, уже ночь. Сейчас могут прийти волки. Быстрее, мусор, быстрее, мусор. Убираем. Они сейчас придут на запах, съедят машину, нас, наш офис. Волчары позорные. Быстрее руки в ноги и бежим, бежим. На остановку быстрее прячемся, быстрее. Так, стоим, стоим. А, что же нам делать? Путешествуем быстро в контейнер свой. Бомжеград. Так, прибежали. Бежим в контейнер. Опа! Быстрее закрыли дверь. А, окон нету. Что же делать? Быстрее под одеяло спать. Результат 10 тысяч у нас уже. Ребятушки, козлятушки. Так, проснулись. Опять потолок, опять окон нету. Опять открываем дверь. Бежим. Ха-ха, уже светло. Так, огляделись. Никого нету. Путешествуем. Не получается. Путешествуем. Опять на район. Сейчас посмотрим, что у нас тут на районе. Так, это все продает свое BMW. Ух ты, ну что ты нам, тетя, скажешь? Давай, давай. 2000 ты хочешь за нее. Осмотрим машину. Так, осмотрим, осмотрим машину. Вроде ничего, машина. Коробка передач. Цена покупки, расходы. Год, 77-й год. Вот это точило. Раритет будем брать. Все, мы купили. Садимся быстро в машину. Что такое, мы не можем сесть? Опять выпали. Ага, сели. Газ. Тормоз. Газ. Тормоз. Газ. Тормоз. Вроде все работает. Так, быстренько газуем, летим, летим. Тормозим. Выходим из машины. Там еще одна есть тачка. Быстро подбегаем. О, здорово, чувак, в зеленых шортах, клетчатой рубашке. Я тебя где-то видел. Не ты ли вчера ночью волком был? Волчара, 7000 хочешь? Ты че, идиот, что ли? Так. Убегаем быстро в машинку, садимся, едем в офис. Срочно гоним в офис, срочно в офис. Нам нужны денежки. Нам нужны денежки. Ай, опять! Что ж такое? Да ладно, столбы какие-то поставили здесь, идиоты. Не можем, не можем ничего сделать. Ага, все. Чешем, скорость, скорость. Тормозим. Направо, погнали по кругу. Так, уходим от столкновения с машиной, куда-то мы выехали, непонятно, в поля. Так, делаем дрифтики. Что-то на дрифт она не идет, а машина. Опять дерево, дерево, дерево. Ага, так, второе дерево, кирпичи какие-то в глазах, помутнение. Побледнение, вылетаем. Несемся, тормоза, тормоза. Так. Сядем на хвост этому гольфику. Будем его подгонять. Ну давай, ты чё? Да пошел ты, не будем из-за... Опять стоп! Да что ж такое? Сегодня с этой машиной. Так, как нам выехать-то в офис? Ну ладно, поехали здесь. Может, куда-нибудь приедем. Опять какие-то горы, какие-то леса, какие-то поля непонятные. Дерево! О, проскочили! Как мы? Опять не получилось что-то у нас. Так. Все, вперед, погнали. Денег нету, ничего нету. Быстро едем.
Так. Дарай, в казино зайдем. Ребята, мы пошли в казино. Гольфик такой неплохой. Ставим тачку вот здесь вот. Все, выбегая. Побежали с вами в казино. Здорово, мудила. Черный рынок? Да ты сам весь черный. Какой черный рынок, мудила? А, вы все бухаете, уже второй день сидите. Ты ему все рассказываешь о своей молодости, да? Какой ты крутой айчувихой была. О, слушай, тебя не было вчера. Сегодня твоя смена, быстро забегаем. О, разводила, вы здесь? Ну, давайте с вами сыгранем. Так, ну что, соточку ставим, быстро. Ну-ка, кинул нам. Десяточка, двадцаточка. Вот свои, ребята, 100. По-моему, мы с ним поговорили вчера, перебор у тебя. Все, соточку срубили. Валим отсюда. По-быстрому. Так. Ты че уже, разводишь пацана? Пацан, не подводись на разводы. Не подводись, они работают в паре. Вот этот вот обносит. Вот этот вот подливает тебе, чтобы ты попьянее был. Так, о, какая точила. Может быть, получится ее открыть? Нет, чуть не получается. Ну ладно, садимся в свою тогда. Если это наша. Задний ход. Задний ход. Так, все, вперед, погнали. Едем. Набираем скорость. Поворотик, будем уже аккуратно. У нас и так машина вся разбита. Что-то там, по-моему, дребезжит. Скорости уже не переключаются. Фары не горят. Повороты не работают. Вырулили наконец-то. Что такое? Так. Да, давай, давай. О, какой-то офис. Слушайте, где ты это офис видел? По-моему, наш? Или нет? Выбежали. Да что ж за уродцы такие приходят. И выкидывают нам мусор специально. Ну такого же не может быть, чтобы постоянно ходили и выкидывали сюда мусор. Мы что здесь? Мусоробаза какая-то переработочная. Перерабатываем этот мусор, что ли? Надо вечерком на остановочке прикинуться пьяным, посидеть и посмотреть, кто нам носит этот мусор. Пакет улетел. Странно, странно. Ну что, начинаем работать. Открываем офис. Офис открыт, господа. Приглашаем вас в офис. Заходим. Быстро падаем за компьютер. Так, веб-страничку открываем. Не продается. Будем продавать. Ну что? За 11 500 выставили на продажу. Вторую за сколько взяли? За 2000. Так, ну что? 5500 ставим. Может быть, кто-нибудь сейчас прибежит и купит у нас сегодня пару машин, и мы с вами опять на рынок или на райончик. Так, ждем. Никого нет. Эй, люди, мы работаем. Так, смотрите, знак какой-то поставили здесь. Паркинг. Странно, что за паркинг? Ждем. Никто не идет. Посмотрим, декорации, рейтинг, режим. Обновление. Ну что мы тут сдекорировать-то можем? Интерьерчик. Ну давайте окошко попробуем вставить хоть. Вот такое вот. Купить. Покупаем. Так, хоть с окошком будем. Ну, посмотрим. Есть ли у нас окошки или нет. Так, садимся опять. Декорация. Декорация. Интерьер. Как вы считаете, есть у нас тут окошки или нету? Вроде хатку отдали за что-то. За что? Ну ладно. Будем считать, что появилось два окна у нас. Пока нам хватит. Ждем. Никого нету. О, появились. Так. А, клетчатый, ты опять пришел, вонючка. Что ты хочешь? Ну давай. Ну, что? Привет. Я предлагаю. Что ты нам предлагаешь? Для меня. Может, снизить цену до 10? Забирай. Вопросов нет. Стой, сисястый.
Стой! Стой, мужик, ты где? Куда он делся? Так. Ну что? Ждем, еще кто к нам придет. И нашу колымагу заберет. Так, ходим, 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 ходим. И ничего мы с вами не находим. Так, садимся. Дальше в компьютер. Рейтинг. Что за рейтинг? Непонятно. Выходим из рейтинга. Так, редактирование офиса. Чтобы войти в режим. Ну, давайте. Ничего. А что за обновление? Буксировочный слот? Ха-ха-ха-ха. То есть мы можем брать с собой тачку, что ли, буксировать? Если у вас есть место для парковки, и в акторату вы можете быстро перевести свои транспортные средства. Места для парковки. Давайте попробуем. И что это будет? Буксировочный слот. Ладно. Посмотрим, может получится. Две машины. Ух ты, смотрите, у нас там уже народ, пока мы тут с вами работаем. Ну зачем ты ее так обжимаешь? Перестань. Ты зачем к ней так сзади подошел, а? Ах ты какой плохой. Ну что ты хочешь? Так, мы могу предложить. Да ну, слишком маловато. Ну давай, может ты созреешь? Так, мне нужно подумать. Нет, не можем мы вам продать машину за такую цену. Это слишком дешево. Давай-давай, вали отсюда. Все. Ушла. Так, открываем. Ух ты, у нас здесь будет склад. Будем с вами бабосы здесь хранить. Так, что там у нас? Хороший салон. Чистенькая машинка. Ну, подумаешь, здесь чуть-чуть сломано, не покрашено. Крыша вся какая-то там обосранная. Ну, ладно, посмотрим. Ну, давайте пока сгоняем на район. Думаю, на рынке нам делать нечего с вами. Там все очень-очень дорого. Очень-очень дорого. Там они барыги стоят. Продают, не зная что и не зная как. И хотят деньжат срубить. У клетчатого брать башку не будем. Он еще тот. Мудила, разводила. Возьмешь у него, два квартала проедешь. И все. И машиночка стухнется. Но это, я думаю, дорого будет. Потому что он в трусах ее продает. А вон та по нашему кошельку. Мне так кажется. Как вы считаете? Думаю, по нашему кошелю она будет. Сейчас подойдем. Будем с ней вежливы. Обойдем, посмотрим машину. Диски ничего. Так, беленькие. Ну, дверь явно, явно битая. Сзади что у нас? Так. Ну, здесь тоже поцарапанная. Здравствуйте. Что вы нам можете предложить по цене? Слушай, я с ней по-хорошему, она меня чуваком называет. Ладно, покупаем, уже ночь на дворе. Все, взяли. Не волнуйся. Она что, нас кинула? Нет, вроде не кинула. Выдвигаемся, как всегда, без фар. По темным улицам. Сильно не шумим. Так, никого нету ночью. Давайте, может, с вами попробуем какой-нибудь домик обчистить. Заодно продадим. А, да что ж такое-то, мы не можем к дому подойти. А к этому? У них какие-то магнитные поля стоят. Мы не можем даже к дому подойти. Что ж такое происходит? Какая-то деревушка непонятная. Ладно. Разворачиваемся. И едем мы задним ходом. Вот так вот. Ой. Развернулись.
Все, никого нету, поехали в офис. Право. Что там у нас светится в ночи? Какие-то огоньки, поехали к ним съездим? Или там может быть что-то непонятное? Так, подвеска, как всегда, у нас стучит. Что там такое горит? Это волчьи глаза? Нет. Это какой-то город? Это какая-то база? Там, может быть, какие-то непонятные ребята что-то замышляют. Сейчас подъедем, посмотрим. Давайте-ка в окошко заглянем. Так, никого нет. Какой-то баллон. Быстро в машинку. Так это мастерская. И это наш автосалон. Сдаем задним ходом. Аккуратненько вот так вот ставим машину, выбегаем. Ну что, бежим? С патоньки. Алюлю, в люлю. В люлю, в люлю. Быстрее. На сей раз у нас окошки есть. Сон будет сладкий и прекрасный. Главное дверь закрыть. Чтоб олени не ходили. Блин, а здесь что-то забито. Ну ладно, давайте спать, ребят. Новый день. Встали. Пожрали, посрали. Быстро в офис гоним. Все. Быстрее. Что-то медленные автобусы у нас. У нас открыто. Так. Закрыто. Нормально открыто. Выставляем эту машину. Так, какая у нас здесь машина? Вот. Взяли мы ее за две. Ага, это не та, ребят. Закрываем. Еще раз заходим. У нас должно быть две машины. Вот. 77-й год. 5500. Не понял юмора. Что такое у нас? Не получается выставить тачку? Вот не продается у нас. 71-го года мы машину с вами взяли. Ладно, давайте ее поставим. 4999. Вообще такой раритет. Вот не знаю, кто его возьмет, такую машинку. Люди столько не живут, а она тут выжила. По-моему, у нас две одинаковых модели. Так, а это что? О, пришла бабуля, которая бухала беспробудно в баре. Помните, мы заезжали? Сидела, бухала. Ну, чё пробухалась? Тебе за тачкой пришла? Да иди ты, не продадим мы тебе за такие деньги. Вали дальше бухать. В бар, сидит там в баре, наклюкается и рассказывает, какая она там супер бабушка по продаже тачек. Дальше ждем, походим. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давай, пока. Ладно, едем в домик, в свой бомжеград. Как всегда, всем пока. Что-то не вижу от вас комментариев. Пишите, ставьте лайки. Пока-пока всем. До завтра.